дорогие друзья. Ну а готовясь к произвольному танцу, мы решили вам все-таки повторить танец короткий. Итак, Янки Полька у нас сегодня как наследие обязательного танца в этом сезоне. Ну а можно использовать ритмы польки, марша, по-моему, вальса. Очень неплохо, очаровательные ребята. Итак, короткий танец, только что мы с вами видели. Что у нас в этом коротком танце в этом сезоне? По-моему, помимо. Россия. Помимо обязательной янки-польки, одна серия твизлов, одна параллельная дорожка шагов по кругу или по прямой, и одна короткая танцевальная поддержка. Вот, в общем-то, то, что нам сейчас продемонстрировали только что наши фигуристы. Большие молодцы, ребята. Итак, это Виктория Синицына и Руслан Зиганшин, и их тренеры Светлана Алексеева, Елена Кустарова и еще Ольга Рябинина также работает в этой тренерской команде. Ребята, чемпионы мира среди юниоров прошлого сезона. Вот это как раз была очень сложная короткая поддержка. Твизлы хорошо, легко, синхронно, на хорошей скорости, не меняя ноги. Молодцы. Просто молодцы. Сейчас вспомним, что им поставили за серии обязательного танца. У них очень, очень неплохо обязательный танец они прокатали. У них в каждой... Здесь получается, что Янки Полька разделена на две части. В первой части три ключевых момента, и во второй части три ключевых момента. И вот им засчитали в каждой части по два ключевых момента. То есть yes, no, это значит третий уровень сложности и по 6 баллов базовой стоимости за каждую вот эту вот часть обязательного танца. Серию твизлов третьим уровнем. Вот единственный дорожку шагов во втором засчитали.
Ну что, молодцы ребята, очень неплохо. И они сейчас у нас с вами, дорогие друзья, третьи. И это очень важно, потому что Марина Зуева, помимо своих олимпийских чемпионов Верчи Мойра, своих, это в смысле ее олимпийских чемпионов вместе с господином Шпильбондом, теперь работает по отдельности. Она сюда еще привезла Майю Шабытани, Алексея Шабытани, тех самых, которые в свое время перебаламутили всех сразу в первый год, став бронзовым призером чемпионата мира. Но по большому счету, конечно, это было во многом такое, знаете, заговорщицкое решение судей, будем так говорить. Ну вот, после короткого танца